Необычная пара заключила союз на минувшей неделе в киргизском городе Ош. Исламский судья города Мирланбек Токтамушев прочитал никях для местной жительницы Маркизы Шумкар и гражданина Бельгии Альберта Ватира. До этого времени Альберта исповедовал другую религию, но решил последовать за любимой и принять ислам. Продолжение ролика смотрите на канале Нур ТВ Плюс по этой ссылке.